Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Не могу избавиться от чувства вины. Живем с мужем и ребенком. Я в декрете пока не работаю. Думаю, может и не буду. Видно будет. Ощущается, в себе добился муж. Многие это подмечают. Даже подруги и родственники мне говорят, держаться за такого надо. Говорят, как заботиться и кормить. В общем, переживают. Это меня расстраивает, ведь ему так не говорят обо мне. Значит, как это ни странно, проблематика здесь, на мой взгляд, кроется в том, что вы себя не чувствуете на своем месте. То есть вы не чувствуете реализованность. Вы не чувствуете, что вы реализуетесь. Дело здесь, как вы понимаете, не в работе, как может показаться на первый взгляд. Вам, например. Дело здесь не в работе, дело совершенно не в работе. Дело именно в ощущении реализованности. Вот. И в том, что вы сравниваете себя со своим мужем, получается. Вот. А при том, что фактически вы выбираете быть в том положении, вот. Вы выбираете жить быть в том положении, в котором вы находитесь. То есть вы даже вот сами сомневаетесь в том, а будете ли вы работать. Вот. Не совсем понятно чувство вины у вас перед кем? То есть перед кем именно вы чувствуете вину? Перед мужем или перед подругами, родственниками? Вот. Но совершенно очевидно, что у вас не все совсем хорошо с самооценкой, и, вероятно, не все совсем хорошо с личными границами и уверенностью в себе. Вот. Плюс ко всему, мне показалось, что вы боитесь, что муж вас бросит. Вот. А вы вот на себя-то как-то как раз не очень-то и полагаете, да, то есть именно вот на себя вам обратить, на себя опереться как-то вот как раз затруднительно несколько, на мой взгляд. Вот это, в принципе, и вызывает у вас чувство вины. Но обратите внимание, что вы говорите ему, обо мне не рассказывают такого. Ну, дело не в том, как мне кажется, кто кому о чем рассказывает, да, дело в том, какие у вас отношения с мужем, да, и принимает ли он вас такой, какая вы есть, и принимаете ли вы его таким, какой он есть. Еще я бы сказал, наверное, такой момент, отметил бы точнее, такой момент, что помимо вероятного страха быть брошенной, помимо вероятного, я повторю, вероятного страха, то есть я не утверждаю, что вы 100% боитесь, что вас бросят, вот, я просто говорю о том, что, на мой взгляд, вот, это, ну, на мой взгляд, вероятность этого велика,
Так вот, помимо этого, вы еще, на мой взгляд, демонстрируете здесь то, что вы, ну, что вы можете больше. То есть, на мой взгляд, в том, что вы описываете, проявляется ваш потенциал. Вот. То есть, если вас волнует, кто чего добился в данном случае, то вы чувствуете, что могли бы чего-то добиться, а значит, вы, очевидно, чего-то хотите. То есть вам чего-то хочется, вот. И, на мой взгляд, ваша задача заключается в том, чтобы постараться увидеть, а чего же вам хочется. Где и как вы могли бы себя реализовать? Мне кажется, что этот вопрос, который будет вас, ну, вероятно, беспокоить. Вот, если вы чувствуете в себе какой-то потенциал, если вы чувствуете в себе какие-то возможности, да, но, например, не используйте их. Эти возможности, вот, понимаете, да, какая штука, вот, поэтому, само собой, тут нужно смотреть. А следующий момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, следующий момент. Значит, чувство вины возникает частенько в силу наличия злости, то есть оно появляется как такое вот, знаете, желание исчезнуть, то есть человек хочет исчезнуть, человек хочет раствориться, вот. Это часто про злость, это часто про вот про такую вот подавленную, я бы сказал, злость. Вот. И ваша задача увидеть, где и как вы злитесь. Вот. Ну и, соответственно, разрешить себе злиться, если у вас, например, есть такая мысль, что вот ваш муж, допустим, всего добился, да, вот он, муж, я имею в виду, он всего добился, и вы ему, например, из-за этого не можете всё сказать и слова, допустим, вот, то, да, вы будете чувствовать вину, потому что, с одной стороны, вы, как бы, ну, пытаетесь его оправдать, своего мужа, да, с одной стороны, вы пытаетесь его оправдать. Вот. А с другой стороны, ну, злость-то она никуда не уходит, особенно если там личные границы, да, нарушаются, там, особенно если муж там себе там что-то позволяет. Вот. Ну, такое, вот. Вот мне нужно разрешать себе злиться, и тогда, соответственно, чувство вины у вас будет проявлять себя гораздо в меньшей степени. Вот, сейчас это выглядит как индикатор того, что вы себя подавляете. Вот. Конечно, очень важно то, как вы относитесь к детям. Это очень
Очень важно то, вот, что такое для вас дети, очень важно то, как вы видите детей, точнее ребенка в данном случае, вы говорите про ребенка, ребенок, вот, это по-своему ребенок один. Вот, то есть это вот такой момент, достаточно важный, как, ну, как мне видится. Вот, то есть, счастливы ли вы, значит, в своем материнстве? Вот. Счастливы ли вы в своем материнстве? Вот, если вы счастливы, это одно, это хорошо, это здорово. И если вы не счастливы в своем материнстве, то нужно смотреть, опять же, что мешает вам быть счастливы, да, то есть какие, ну, какая проблематика тут у вас вот есть. Вот, что у вас как-то оно останавливает. Вот, то есть что вас ограничивает. И вот это последнее, пожалуй, на что хотел бы обратить ваше внимание, что от вашего сообщения вот веет таким, знаете, ограничением. То есть как будто бы вы сами ограничиваете и ограничиваете себя довольно-таки довольно-таки серьезно. Вы себя ограничиваете. Вот. Ну, значит, коли так, то есть если вы себя ограничиваете, то, конечно, нужно смотреть, как так вот вообще получилось, да? Вот. Что это стало реальность? Ну, для вас, я имею в виду. Вот как-то так, я думаю, можно ответить вам на вопрос. Вот. Подробнее поговорить и подробнее, значит, поисследовать проблематику поможет психолог, вот, которого вы можете выбрать на нашем сайте. Я буду вам благодарен, соответственно, за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой и сформулировать базовые, я подчеркиваю, базовые постулаты для психотерапии. Вот, собственно, с чего вы и начнете работать. Удачи вам, всего самого доброго.